И здорово! Это обзор от mob.org, и я Трэш. Как ты, наверное, заметил, новых игр нет. А потому я решил показать тебе целых 3 игры, в которые некоторые уже поиграли, прошли, а потом посмотрели пару фильмов, порево поспали, потом проснулись, похавали и сделали этот обзор. Нет, это не я. Итак, сегодня у нас в выпуске. Злые летающие гоблины. Эпический слэшерок. И очередная РПГулина. Поехали! Любишь злых птиц? Тогда тебе должна понравиться Warhammer Snotlin Flynn. Отправляйся в эпический поход, чтобы одолеть янтарного мага и раздавить империю. Управляя гоблинской машиной войны, ты запускаешь маленьких сопливней из вселенной Warhammer по безобидным поселениям и крепостям. Валяя домики, ты получаешь очки и тешишь свое эго. В игре реалистичная, если ее можно так назвать, физика, неплохие головоломки и 60 уровней. Что может хорошенько скоротать время на уроке. Легендарная серия Dungeon Hunter возвращается. Мир уничтожен, но разработчикам показалось этого мало, и они раскололи расколотый мир на осколки. Угу. И теперь только ты сможешь спасти умирающий мир от демонов. Тебя ждет беготня, закладывание врагов, прокачка перса и прочее революционное нововведение. Но играть интересно. Крутой динамический геймплей, добротная графика, в общем, все в лучших традициях геймлофт. Если ты еще не затер свой девайс свайпами от слэшеров, то Stormblades — это именно то, что тебе нужно. Многие столетия молодые воины искали ответы на тайны руин, в попытке доказать, на что они способны. Возможность испытать свою удачу выпала и тебе. Прими участие в обряде посвящения воины и сразись с легендарными титанами. На этом нововведения, пожалуй, заканчиваются. Примечателен лишь тот факт, что разрабатывалась игра компании Kilo, подарившей нам знаменитый раннер Subway Surfers. На этом у меня все. Ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. Увидимся!